такие много эмоций оставили на той игре. Очень большая игра для нас, очень много значила именно четвертьфинал. И особенно невыразительная игра против Америки. Так немножко, знаете, это, тучи так сгущались, все так хмурые ходили. И ответственность была не переживание, не волнение, а именно ответственность за результаты. И все-таки мы не каждый свою фамилию представляет здесь играть за сборную, правильно? Мне кажется, мы можем заставить работать их в защите, и это будет успех. Потому что я считаю, что по сравнению с теми годами всегда защитники у них были именно такие, кто защищает ворота хорошо. В этом году я бы не сказал, что они особо силовые. Это, я думаю, нам поможет. Та команда, которая сзади сыграет надежнее, компактнее, самоотверженнее. Да? Потому что в атаке и у нас, и у них есть мастера. Я думаю, если мы сзади сыграем так, как, скажем, с чехами, хотя тоже были и провалы, да, то свои два, как я всегда говорю, мы забьем. У нас в этом году как бы хорошо, хорошая смесь. Есть игроки, которые хорошо разыгрывают, и есть у нас две тройки, которые пластаются и ловят и себя, и делают очень большую черновую работу, скажем так, что у нас сбалансирована очень, я думаю, хорошая команда.